Давайте. Удачи всем. Окей. После роликов медальных выходим. Кирюх, импровизируем сегодня, да? Что-нибудь давай повеселее сегодня зажгем, да? Наверное. Говорят, ты в запое. Пока нет. В 4 утра кто сегодня с бара приехал? Нет, я скажу топ-3 самых постоянных фраз, которые они нам говорили. А, извините, а это бесплатно? Да, бесплатно. А это какими красками? Это обычная акварель. А легко смывать? Да, смывается водой. Что еще там было? Все, вот это основное. А что вы рисуете? А вы взрослым тоже рисуете или только детям? Да. А в дождь тут воду разгоняли немножечко сами руками. Сами руками? Конечно, руками. Сами руками. Так, а как же клининг? Ну, клининг не справлялся. Пришлось помочь ему. Человек. Да ладно! Тебе точно говорю? Вот это то, столько гостей съехались к вам! Абсолютно из разных городов мира и всей вселенной. 300 тысяч человек. Это невероятно. Ничего себе! Слушай, ну а как же там из Печенаги надо готовить фестивы, там, не знаю, расселить нежить, все сделаем. Ну как же будем стараться, когда я уверен, что с этим справиться обязательно? А мы, значит, занимались спортсменами. В общем-то, мы собирали спортсменов в колл-руме, да. Собирали их там, объясняли им, как нужно выходить, и вместе с ними выходили на сцену. Классно? Ой, у нас будет кофе? Есть новый вид кофе, австралиано. Почему? Потому что, как мне рассказывали мои коллеги из пресс-центра, здесь появился человек из Австралии и потребовал австралиано. И вы решили? Мы решили, вопрос очень легко. Сейчас у вас будет уникальная возможность его попробовать. То есть он ничем не... Он очень много чем отличается от американо, конечно, да? Конечно, он совершенно другой. Там добавлен помет кенгуру? Да. Первый день соревнований, когда приехала сборная Китая женская, все приняли ее за мужскую сборную Китая. Серьезно? Да. Девочки были немножко мужественны. Да, вы знаете, так бывает. Но потом все уже к ним привыкли и стали их воспринимать как женскую сборную. Стали по плечу бить, там сказать, друган, там кулачок, да? Не знаю, я так не знаю. Эй, бой! Не, как их встретили волонтеры? Так их встретили волонтеры и написали... Говорят, вам туда, и показали мужской туалет, да? Если я, например, фотограф, иностранец, хожу, бегаю, снимаю матч, и вдруг у меня заболела спина, я подхожу к тебе и говорю: «Олеся, массаж, плиз!» Ну, насчет массажа я не знаю, но сегодня я собственноручно отдала таблеточку Strepsils голландскому прекрасному фотографу. Что тебе подарить, поэтому тебе дали мы воды. Ура! Это самый интересный, что у нас есть на объекте, да. Так здорово! И еще маечку от видеорежиссеров тебе в подарок. Ношеная, правда, да? Да ладно, но недолгая. Короче, там девчонку одну видел на трибунах, классная. У нее флеш-интервью возьмем, да? А потом она у нас возьмет флеш-интервью. Да. Интервьюшку небольшую. Так и будем друг у друга брать. Мы все тут отдыхаем. У меня вообще отпуск. Да, там проблемы с психологические больше. Короче, мы вычислили проплаченного судью, его погоняло Седой, вон он, это он.
Рок что творит, вообще невероятно. Я просил бы Федерацию ФИНА обратить внимание на этого господина в кавычках. А, короче, нормальный матч, 7-7 впереди. Я уверен, все самое лучшее, дарки неохота. А вот тот чувак, который белый кот, стоит белый штана. Он, короче, реальный, ну, муж у него есть, короче. У судьи есть муж. Да, все. Все, пока, давай. Чуть позже. Допинг-контроль контролирует ситуацию, как бы все складывается хорошо. Кнак-нак. Интересно, как они на допинг проверяют? Цветными картинками? Палас? Там висит такой, знаете, на стенке, чтобы... Но мы были в допинге. А вы были в допинге? Стоит сходить? Да, я думаю, да. Я думаю, да. Я пошел. Вот, ребят, вот. Да. Видите? Иди, я смотрю, иди. Справку принеси. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас закончился матч сборной Италии против сборной Сербии. Прямо сейчас просто получилось чудом найти массажиста сборной Сербии. Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Златан Экранович, я массажист Сербии. Скажите, пожалуйста, вы сегодня с таким счетом выиграли 10-6. Какие-то секреты вы как-то разогревали, ребят? Да, я каждую игру разогреваю, ребят. Я массирую брови, я массирую мочки. Ух! Да, собственно, вот весь секрет. Вы знаете, все тут не просто так. Все тут попадают через... Ты закрой сайт-то на самом деле. А то сейчас придет инспектор. А тут дойки.ком. Да. Сегодня отличный денек. Солнышко не светит. Дождик идет. Сейчас град пойдет. Надо спортсменов спасать, их из бассейна доставать. Иначе град в башка попадет, и все. Кончились игры. Понимаете, все тут не просто так. Кто-то скажет, нас собрали звезды, кто-то скажет, что нас занесло одной волной, и мы как два прекрасных лебедя. Мы, это в смысле люди и чемпионат, слились в одном едином поцелуе и укутались одним черным. Последняя минута матча. Последняя минута матча. Последняя минута матча. Идет последняя минута матча. Идет последняя минута матча. Последняя минута матча. Последняя минута матча. Последняя минута матча.